На сервере вайп прошел. Я вижу грибочки, тут столько много бомжар. И я вижу идеальное место, чтобы застолбиться там. Я отстрою здесь ловушку и буду просто кайфовать. Мне нужно занимать вот это место и как можно больше шкафов натыкать. Мой план, я думаю, вы уже поняли. Я собрался строить ловушку. Ловушечку, в которую будут попадаться бомжарки. В ролике снимались Папа Чиз, очень много бомжар, желающие забрать мой лут, и ловушка. В видосе под названием «Как убить всех бомжей этого сервера и получить бан». Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Сразу после рекламки, естественно. Ну а спонсор данного ролика – сайт RustBet, где ты можешь поднять скинчики, если к этому подойти с умом. Здесь есть различные режимчики, выбирай тот, который тебе больше всего понравится. Ссылочки на этот сайт будут в описании. А по моему промокодику ты получишь халявные полбакса. Как только я заспавнился, после вайпа я решил сразу же добежать на аутпост, ведь там можно было приобрести самое драгоценное – гантрап. Я пожелал бомжикам удачи, а в ответ получил это. Да завали ебло. Ты с кем так общаешься, черт? Я тебя найду в этом вайпе и зарейжу нафиг, понял? Прям на старте. Да мне похуй, мне бы добежать сначала, блядь. О, русские ребята, здорово! Welcome to America, серверман. Госак мой пинус. Фармить бочки возле аутпоста было очень опасно, ведь каждый пытался тебя заруинить. В принципе, я делал то же самое. Ха-ха! И вот каждый из нас иногда говорит, что вайп не задался. Вы представляете, каково ему? Ха-ха! Йоник! Свой видос нас поставь. Давайте, давайте, знаете что? Вот так вот делайте, и вот так вот еще сделайте. Папа Чиз, вот так вот. Папа Чиз. Стой, стой, я. И так как на сервере прошел вайп недавно, а все бомжары любят строиться возле аутпоста, мне срочно нужно было ставить свой шкафчик. Я понимал, что то место мне может не подойти, поэтому пока бомжики не заняли самые сочные места для ловушки, я решил поставить еще один шкафчик уже в другом месте. Это лучшее место, чтобы дом строить. Забрав то самое место, я побежал искать фермеров, которые нафармят ресурсы за меня. А еще мне нужен был скраб. Loaded. Easy. Антирад. А еще на сервере был бешеный онлайн, и поэтому ящики спавнились очень быстро. Успевай только пролутывать. Ледоруб. Осталось мне понять, как я нафармлю камень, потому что здесь его вообще абсолютно нигде нет. Я подфермил камушек, который нашел, и побежал на аутпост, ведь я хотел купить дерево и отстроить свой первый домик. Я думаю, я могу все перерабатывать, потому что мне нужно изучать гантрап. Yes. Oh. Take it, bro. Зачем я закупил дымовые гранаты, можете вы меня спросить? Я сразу хотел скрафтить патроны, а дымовые гранаты дают нормально пороха. А на остатки скрапа я решил поиграть в рулеточку вместе с этими джентльменами. Юху! Come on, baby! Йоньк! Я чертов везунчик сейчас! И скраб, который я навыигрывал, я решил потратить на изучение. Пойду строить дом. В принципе, да. Изучать гантрап теперь мне нет смысла, потому что я могу его скоро и так изучить. То есть 250 скрапа и все. Пока я поднимал скрабчик, мой домик никто не зарейдил, поэтому я решил его немножечко заапгрейдить.
И, в принципе, первую жертву ждать долго не пришлось. Плюс спальник. Fuck, man! Под моим домом постоянно были войны, поэтому я ждал подходящего момента, чтобы выбежать и что-нибудь украсть. Блять, я тебя захуярил. А еще я кое-что понял, что расширить этот домик у меня не получится, поэтому мне пришлось перенести выход в другое место. О, хорош! Ого! Домой? Я только что забрал халяву. Фу, блин, я испугался. Привет! О, ты ниточки для меня подфармил. Так, я нашел секретную тактику, как я буду выживать на этом сервере. Мне надо крафтить первый верстак и пайпы. А еще лучше компаунд боу. Ха-ха-ха, нуб! О, хорош! Ну и я постоянно доставал моих соседей, которые жили надо мной. В доме у меня накопилось огромное количество барахла, и я решил немножечко добавить ящиков и заапгрейдить мою ловушечку. Я понимал, что меня могут зарейдить мои соседи, поэтому я заапгрейдил основную часть моего домика. Аккумулятор большой! Большой аккумулятор — это то, что мне нужно. Ха-ха-ха! О, oh, you're easy, dead, man. Господи, ты что, ёбнутый? Что ты тут забыл вообще? Я из-за тебя сдох, чувак. Нормально, сейчас мы его убьем. Давай, беги сюда. Бать, ты Я всех убил. Мало, блядь. Забирай блочку. О, это тот самый челик, который меня убил. Хе-хе. А что, ты тут живешь где-то, что ли? Над тобой. А я хотел вас убивать, мешать вам играть, эх. Вот так вот я и познакомился с моими соседями, которые жили надо мной. Оказывается, они были доброжелательные ребятки. Ой, у тебя кто-то под домом, ой. Он умер. А еще я постоянно фармил фармеров, которые фармили скрабчик на моем супермаркете. О, привет. Возле меня постоянно кто-то пробегал, и поэтому мне просто оставалось ждать своей добычи. А еще я гениально поставил печку, которая байтила халявщиков.
Опять он откис. Чтобы пофармить скраб, мне далеко бегать не приходилось, ведь на супермаркете ящики спавнились раз в 5 минут. Ну короче, на этой горе в основном бегают друзья, да? Есть что? Ну, такой, ну да, в основном да. Но я тебе так скажу, пока в основном нет. Я понял. Что тут народу, это просто, просто капец. Ну, я тут всех убиваю вокруг-то бегая. Ну, тут весело. Хорош. Не, мы чисто откисаем пока, нам тоже весело. О, ящик. Ну а после я решил сбегать и проверить, как поживает мой первый шкафчик. Вот так я тут могу нормальный дом построить. Впритык моим соседям руфкемперам. А еще мне нужно вот тут место застолбить по-любому. Кто фармит мой камень? Алой! This is my stone, man. Why, man? Why? This is my fucking stone. Why you farm this? Why you farm my stone? Is that your name, Stone? No, shut the fuck up, though. Man. This is my stone. Go are you, man? Go are you? Go. You fucking move. You kill naked, man. Go from here. No, okay, no, okay, come to me. No, follow me. Follow me. Follow me. I don't want. I give you stone. Follow me. I give you stone. But when you start, everyone kill you. Or... Ой, какой я ушлепок просто. В моих планах было отстроить новую ловушечку, поэтому я побежал фармить каменные камушки. Фармить на этом сервере было практически невозможно, меня каждый бомж хотел убить. Хоть я их и убил, но бежать за моим трупом было очень далеко, поэтому они залутали меня быстрее. Но я знал, где они живут, поэтому я взял двушку и сел у них под хатой. Опа. Конечно же, они расстроились, то что я забрал их ресурсики. А еще и бур, поэтому они решили проследить, где я живу. Но я оказался немножечко умнее. И эту ночь я прождал на аутпосту. С приходом домой я увидел кое-что ужасное. Опа, у меня тут гантрап сломали. Понял? Не-не-не, это я сейчас приду, гантрап сломаю. Приходи! Ты уже пришел мой гантрап разбивать? Или еще нет? Давай, иди что сюда. Заходи. А, ты его чинишь, да? Стабильно возле моего домика я убивал различных бомжар, которые приносили мне ресурсики. Халява? Халяву я люблю. И потом я понял, что неподалеку от меня живет руфкемпер, у которого я могу отжать берданочку. Я знаю, у кого можно отжать берданку прямо сейчас. Одна лестница и берда моя.
я решил скрафтить лестницу и отправиться к нему в гости. У него стояли деревянные двери, и я решил впустить вход мачете. Стой. Я пытаюсь руфкемпера вынести. Хата, меня рейдят. Ты обманщик. Я могу вам двери открыть, вы убьете его? Давай, открывай. Да. Кого еще запустить? Не. Они мне только что принесли то, чем я смогу добить их дом. О, изи метальчик, все, поехали работать. А я уже думал, что мне придется делать с этим. Блядь, да боже, сука, такой хуесос, блядь, хуй убьешь, блядь. Тупо челик в шоке. А нефиг было на крыше сидеть. Да блять, ты заебал, сука, такой пидор нахуй, вообще хочу сделать. Чуваки, вы не тому помогаете, поймите. Вы помогаете ушлепку, который сидел на крыше. Блять, я вообще не могу убить, блять, пиздец. У меня съёки не стреляют. Блин, ну тебе не повезло, это прям вообще кошмар. Это ты меня рейдишь, блять. Да ты что ли меня рейдишь, блять? Чисти, ты ебанутый. Меня заперли в этом домике. Я пытался дорейдить последнюю дверь, но мне было это сделать нечем. А еще меня постоянно антирейдил хозяин дома с какими-то непонятными челиками. И мне приходилось их принимать. Вау! И попытки с 50-й у этого челика получилось меня убить. Я особо не расстроился, ведь дорейдить тот домик я все-таки не смог бы. А, кстати говоря, берданку с того домика я все равно вытащил. На дом моих соседей залезли какие-то берданчики, и я решил попытаться их убить и забайтить на мою ловушку. Я заспавнился рядышком и понимал, что кто-то будет пытаться лутать этот труп, и решил закрыть первую дверку. Лол, изи лут. Но меня походу рейдить скоро будут. Guys, please don't raid my base. Guys, please, don't do it. Bro, calm down. It's just me, bro. Shut up. Стой. Я убил лохов, которые у вас на крыше. Да, никто не стреляет. Красава, спасибо. Я понимал, что убив клановых игроков, я забайчу на рейд моего домика, поэтому я отправился фармить камушек на отстройку нового. После фарма я переработал все свое барахло и побежал отстраивать свой новенький домик. Вот, допустим, заходит тип. Он должен идти. Потом должен фундамент идти вниз.
Здесь он проползает, а сверху стоят гантрапы. Или наоборот, сбоку стоят гантрапы. Он прыгает сюда, и его сразу убивают. Когда я достроил свой домик, я заметил один небольшой косячок. Чтоб эта игра обос... Короче, мне пришлось немного нахимичить, и в принципе, хороший домик отстроить у меня тут получилось. Что это будет? Это говно какое-то будет. Как тебе, кстати, новый сосед? Ну да, тебе нравится вообще то, что я тут рядом построился? Ты не против? Shut the fuck up, bitch. И наконец-то я смог скрафтить второй верстак. Ой, блин, чувак, это самая худшая смерть просто за всю историю Раста, знаешь? А, ну ты лох просто, реально. Ой, кто-то умер. Привет. Все, достраиваю дом, и можно чилить. Зайдя на следующий день, я увидел, что меня никто не зарейдил. А это означало, что история ловушки продолжается. Ой, тут ракетами рейдят. Стоп. Стоп. Ха-ха. Ха-ха-ха. Мою ловушку зарейдили. А еще самое обидное, что кто-то ее зарейдил, и в ней поселился какой-то бомж. Но самое главное, что перенести отсюда я успел абсолютно все. А как сказали мне мои соседи, зарейдили меня эти самые ребята, которые откисли у меня от гантрапов и принесли мне берданочки. Ах ты чизик, блин, подловил, подловил. Ха-ха. Не пиздец, да? Ну давай, раз, два. Мне по-прежнему нужен был скраб, а заправка его приносила очень даже неплохо. А еще на следующий день уже появились челики, бегающие с пушками. И жили они вот в этом доме. И они, кстати говоря, постоянно сидели на крыше с болтом. Не буду открывать. Две берданки, ноль патронов, понимаю. А еще на карте я увидел замечательный магазин, где я мог закупить много тканей. Я хорош, всегда свеж, тлеет шмаль, летит кэш, я в дерьмо. Целый день, целый день, целый день. Ну и заодно я переработал ресурсики, которые мне были не нужны. Я планировал поставить в скором времени турельку. Клановые игроки стабильно прилетали на коптере, который я пытался угнать. Улетел. Ха-ха-ха! Хоть и угнать коптер не получилось, но поднагадить клановым игрокам удавалось неплохо. Потом я нашел шарик и решил на нем полетать в поисках клановых баз, которые я мог бы обокрасть. И наткнулся на это. О, коптер! И план практически удался, но меня подвел интерес, ведь я хотел залутать еще и печки.
Так, мне бы сейчас домик наконец-то обустроить. Я хочу как-то этот потолок убрать, потому что задолбали там бомжи сидеть. Когда я вышел немножечко заапгрейдить свой домик, я увидел антиратчика и сразу же решил его подбайтить на мою ловушку. Его гантрап убил? Ха-ха! Его гантрап убил кек! Ого! Не, кстати, нормально мне скрапа привалило. Ха. А мне нужно было электричество изучить и турельку купить. Вот турельку я бы купил, конечно. Ну ладно, потрачу скрапчик. Так, мне это по-любому нужно будет. Это и серенькая штучка. Ой, сейчас я метальчика наплавлю. Отлично. Блин, а ловушка это топовая темка. Fuck you, man. Стоял я в доме, никого не трогал, и меня пришли рейдить. Меня рейдят? Мне сейчас гантрапы откиснут. У меня патроны кончились, кек! Это опять он! Спасибо за базуку, братик! Походу, мне надо этот дом достраивать. Easy loot, bitch. Потом я начал наглеть и байтить всех и вся на эту ловушку, чтобы они пришли меня рейдить, и достал свою базуку. Я не знаю, кто там рейдит, надо пойти ему сломать хребет. What the? О. Man, I have big подарок for you, man. Да, побежал! Жук! И сколько бы я ни стрелял с крыши с базуки и не пытался байтить их на свою хату, к сожалению, рейдить меня никто и не приходил. Но неподалеку от меня я услышал взрывы, и там было очень много ракет. Я решил туда сбегать посмотреть, что там происходит. This is your base. Ren. I'm not raid you. I try to counter raid. One dead.
fucking try. Может быть, я встану? Блин, не встал. Ну тут спавн, наверное, есть. Я могу тут заспавниться неподалеку. Я пытался спасти эту базу, бегал туда снова и снова, пока не случилось то, чего я точно не ожидал. Меня забанили. Что? Я попытался зайти туда еще раз, ведь подумал, что это была какая-то ошибка. Что? Что? Меня забанили на сервере! Я думал, меня просто кикнуло, меня забанили нахуй! И на этом моменте я был просто в шоке. Сразу я решил написать апелляцию и узнать причину бана. Кстати говоря, как вы думаете, за что меня забанили? Ха, напишите в комментах. Заодно я написал им в Discord по поводу бана и дождался ответа. Они сказали, что проверят мою заявку. Спустя несколько дней меня разбанили, но мой домик все-таки кто-то зарейдил. Понимаю. Найс. Это же здорово. Я постучался в дверь, но, к сожалению, мне ее никто и не открыл. И я расстроенно покинул этот сервер. Надеюсь, вам понравился данный ролик и вы оставили свою оценку и написали комментик. Кстати говоря, извиняюсь за мой убогий голос, я немножко приболел и уже становится лучше, поэтому не переживайте. Всем спасибо за просмотр и в скором времени ожидайте долгий и очень интересный ролик. Всем пока. Соси жопу, привет от Рататата.